Интересно, будут ли еще какие-нибудь монстры, кроме какашки с ногами и человека с дискошаром на голове? Как, кстати, называется? Вот напомните, как называется вот эта вот хрень? Вот этот шар зеркальный, дискотечный. У него же какое-то название есть официальное. Я не помню. В университете монстров говорили, как он называется, когда он с потолка упал. А может, не говорили. А может, и нет у него названия никакого. Но мне кажется, должно быть. Не стробоскоп, потому что стробоскоп это мигалка. А как-то он называется, блядь? О. Вскрылся, походу. Либо его вскрыли. Это кто орёт? Кровавые следы. Хорорец начинается. Ух, страшно. Должно быть. Так. Складское помещение. Мне нужно что-то тяжелое. О-о-о. Пацаны-то живые, смотрите-ка. Эй, живчики. Роботы вот к таким гнездам подключены шлангом питания, чтобы жить. А эти люди к нему так приросли, что ли? С ними-то что случилось, я не врубаюсь. Кто-то идет. Блять. Пиздец подкрался незаметно. Опять ожившее говно, что ли? Это прихлоп бил, блять. Это прихлоп бил. Часть команды, часть корабля, часть команды, часть корабля. Нас не догонят, пацаны, нас не догонят. Сейчас я, сука, его сзади, блядь. Я его сейчас на 3 круга обгоню нахрен и уйду в отрыв. Нет, сука, врагу не сдается наш гордый варяг, блядь. По жопе хуяк. И больше не варяг, блядь. Бум, блядь. Правой в челюсть. Ну, нет, мы еще живы, мы еще поборемся, бляха. Сука, какая-то трихомудия. Мумия возвращается, твою мать. Что это, блядь, за хуйня начинается? Постоянно кто-то бегает меня, кто-то избивает, блядь, что за... В одни ворота, ё-моё. В одни ворота, в одни ворота. Так, мне нужен какой-нибудь тяжелый предмет. Огнетушитель пойдет. А, ну там я, конечно, его не возьму, да? Ну и все, главный герой опять шалтай-болтай, блядь, начинается. Послушаем воспоминаний нахрен ненужных. О, Брэндон-то, кстати. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pulled the connector chip from the lock. Fine. That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just had to be the hero, you bastard. Он пожертвовал собой. Tell Alice I love her. Брэндон пожертвовал собой, спас своих товарищей. Мы его не забудем. Я так понимаю, что вот это кровь Брэндона. Да. Чем, сука, разбить-то это? О, катушкой, наверное. На вид она тяжелая. Сука, твою мать, опять он идет. Он бежит.
Что-то я, походу, не туда куда-то забежал. Возьми хоть камень в него бросишь, я не знаю. Или разбежался бы ему с ноги в душу, бля, как пропечатал. Посмотрим, что он потом сделает, тварь. Пока он дохать начнет, прыгай ему по голове, пока все дерьмо из него не выбьешь. Ты же робот, твою мать, ты сильный должен быть. Бендер вон, и тот шпалы гнул. Он как ожившая какашка, только с руками и глазами. О, он дверь открыл. Он ушел куда-то? Я думаю, надо ему отдаться, чтобы начать с целым здоровьем разбивать стекло. Какая у него ритмичная походка. У него походка лучше, чем моей бывшей. Просто секси. Так, а это что за... О! Нет, тут ничего не понажимать, ничего вообще не поделать. Выживание сильнейших. Ну, с такой губастой тёлкой я бы выжил, пожалуй. О, блядь. Чё, он возвращается, что ли? Ты задолбал? Патрулировал бы хоть территорию, ты дал бы шанс. Sure, the Ark makes it. Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers looked. Еще такое слово motion включается прям вообще. It's just a pack of data, right? Yeah, just a pack of data. Куда эта какаша наделась-то? Блять. И вот куда она пойдет? Она тут вообще одна хоть? Это тоже живая. Гуль такой вообще. Один из самых сложных случаев на нашей памяти. Скорее всего, он сам сделал это с собой. Ослепил себя и залил структурный гель внутрь. Я буду удивлена, если он когда-нибудь очнется от комы. И я поневоле вспомнил нелепую историю Харт о том, что произошло на Ля-Лямбе. Неужели Нью как-то научилась менять и перестраивать? Не дописано. Харт находится в хорошей форме, учитывая обстоятельства. Небольшие синяки, легкие переохлаждения после долгого путешествия. Подтвердить ее рассказ трудно, так как вернулась только она одна. Чун, как обычно, ведет себя тихо и старается не смотреть в глаза. Она бы не пришла сюда сама, но Стреймер требует новую оценку ее психики. Чун вовсе не своевольна и не пытается что-то скрыть, просто по возможности предпочитает не вступать в разговор. Ей трудно сходиться с людьми, вообще в том числе и с врачами. У Кэтрин Чун слабый характер. Она идеальная жертва, над которой могут доминировать... и которые могут управлять другие. Она как испуганная мышка, я не хочу ее расстраивать, так что мы с ней просто сидим и молчим до конца сеанса. Гай Конрад. Конрад мертв. Он вскипятил свой головной мозг с помощью ВРМ Мазера.
после того, как прошел нейросканирование для ковчега. Явно еще один, уверовавший в непрерывность, который решил наложить на себя руки, чтобы скорее попасть на ковчег. Интересно. А ты кто такая? Может, ты Кэтрин Чун? Мне бы найти то, чем себе тот чувак мозг вскипятил, и вскипятить мозги этому куску дерьма, который за мной охотится. Он где-то здесь. Подождите, он рядом, я не могу сейчас выйти. Кстати, а вот это похоже на маркер, который в начале игры главный герой выпил. Где этот дерьмец ходит? Неужели он не слышит, как двери закрываются, открываются? Какое-то говно пульсирует. Лучше бы здесь пульсировало оживительное влагалище, которое жизнь восстанавливает. Комната охраны, кстати. Да ёб твою мать. Злые дни. Как цепи сорвались. Блять, пришлось отойти. Может, здесь есть пистолет? Или что у них комната охраны? Она чем охраняла-то всем? Ебать. Как она меня сейчас не спалила? Можно закрыть это говно где-то, видимо, но я не знаю, как его там, как его туда заманить. Список дел. Пережить проект Ковчег, прекратить массовый самоубийц, отослать К и команду прочь, охранять людей, наслаждаться Армагеддоном. Что это такое? Чун. Вычеркнуты, видимо, погибшие. Стромер Лэнки под вопросом. Вот это, наверное, Лэнки и ходит. Акерс не один, у него как минимум три существа под контролем. Проверить и задраить двери, спуститься, уехать на шлаттле на Омикрон. Майнлифт. Так. Где это существо обоссанное? Как бы его там похоронить? Что тут еще есть? Управление кодами. Повреждено. В результате большой протечки структурного геля перехватило управление над Данбет. Было принято решение поменять весь сектор в карантин, чтобы избежать дальнейшего распространения геля. Меньше всего нам нужна еще одна говорящая машина.
Что, надо подождать, пока он куда-то зайдет, что ли? Это что за чудо-комната? Не знаю, что это они. Члены какие-то нарисовали, вон висячки. Какие тут картинки классные показывают. Что это такое? Кровище, говнище. Это вообще баба какая-то. О, понятно. Красота. Вот как сюда заманить эту дуру и тут ее закрыть? Почему я не слышу? Зато главный герой топает ползком, блин. Ёбаный в рот. Гоняет, сука. Я закрылся или что? Где я, блядь? А, закрылся. Ну давай, мразота, что ты сделаешь? Никак. Надо как-то разбить то стекло, блин. Там что-то всякое можно взять. На свет она не реагирует. Она прибегает на звук. На звук, значит, прибегает. Значит, если я пошумлю в какой-нибудь комнате и потом эту комнату смогу. Кабинет врача. Смотровой кабинет. Конференц-зал. Охрана. Вот
это я сейчас в охране. Вот это медицинская лаборатория. Вот там, рядом, я могу его закрыть. Надо как-то только заманить туда эту дрянь. Она зашла? Хуй тебе, блядь, хитрое дерьмище, блядь. Окно-то она не разобьет. О! О, пошла, 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 смотри. Давай, давай, давай. Заходи туда. Заходи, сука драная. Ты, блядь, я смотрю, ты прям умный индивид. Я просто не знаю, как быстрее с ней совладать. Ну? Дрянь тупорылая. Сучья ты дочь, а? Ну ты посмотри, ушла. Конференц-зал. Нет. Там нереально в конференц-зал ее загнать. Да. Так, ну дал ей 2 минуты, чтобы уйти. Проблема-то в чем? Я понимаю, что можно прокрасться в эти комнаты, которые я здесь открыл. Но я хочу именно запереть ее, чтобы она не мешала, потому что у меня жизни, ну, на один удар. А, один раз меня пнет и все по новой. Нахрен это надо. Бред какой-то, короче, в жопу. Она отсюда прибегает. Хрен на руль, не идет, короче, а то невозможно ее запереть. Придется, блядь, ходить, пока она. Пока она здесь ходит. Странно, я таких, как. Таких дерьмодемонов я видел уже, ну, достаточно много. Почему именно этот ожил?
Может, тут что по делу скажет? Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. And end up like Shank and Adams? No way. Listen, I'll create a... А, я это слышал уже. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon. Че, она теперь вообще не успокоится, что ли? Странно, написано, что над комнатой охраны сверху еще архив. Она ушла? Ну, ёпта, я надеюсь. Блять. Что она там? Она не успела выйти? Я в шоке, блядь. Ну, давайте узнаем. Да, она там закрыта с моим огнетушителем, которым надо стекла. Все, не выйдет, тварь. Вон она. Через текстуру двери ее видно было только что. Ну что, аллилуйя. Сайонара, бич. Так, а мне что делать-то надо? Ну, стекло разбивать уже не надо, короче. На всякий случай закроюсь, а то вдруг она выползет. А вот и наш китайский корефан, которого мы там сканировали. Это он. Да-да-да, Брэндон Вон. О, да, сучка. А, все-таки он отпустил. Нож. Охранник был вооружен ножом. Да, супер охрана. Да, здоровье у главного героя не то, все двоится, троится. Так, ну теперь у меня есть чип. Чип, Дейл. И нахрена он мне? Как она вышла, блядь? Я вообще не понимаю вот этого. Пиздец вонючий. Полная борода, просто полная. Вообще пиздец, ну просто бред. Я столько времени убил, чтобы ее там запереть, и что? Соединенный чип готов к использованию. Ну и что?
И что мне с ним делать-то, с чипом с твоим? Может, это другая какая-то тварь? Сомневаюсь. Мне в лифт надо, я так понимаю. А вот как туда пройти в него, это уже вообще другой вопрос. Я думаю, что это другая пришла. Да, я думаю, все еще сидит там. Закрыто. Вот шлюха, блядь. Еще и в темноте, но это вообще заебись. Вообще, блять, бред. Просто зажали меня тут в два смычка. Давай иди отсюда, кривоногий, блять. Ой, блин, да. Ну, игра, конечно, сделали. Ну, ёб твою мать. Я, кажется, понял, в чем дело, как эта тварь вышла. Здесь вот написано: система неисправна, автоматическое срабатывание замков. Но, блин. Теперь-то эта гнида вообще отсюда не уходит. Она мне не дает даже шанса выйти. Я уже вот съемку остановил. 5 минут стою, она, блядь, даже не отходит от этой двери. Может, она хочет поздороваться со мной, не знаю. Это был бы вообще прикольный финал какой-нибудь игры, знаете, так забегаете вот в такую комнату, замуровываетесь в ней, там стекла, и вас окружают какие-нибудь зомбаки или монстры, и все, и пути другого у вас нет. Кроме как открыть замок и встретить гейм-овер. Это был бы огонь. Ну что, надо прорываться, короче, ё-моё. Хер ли тут муму-то. Я забрал этот чип, надеюсь, я правильно сделал. Я так понимаю, что надо идти к лифту. Блять, пиздец, сколько их тут нахуй. Ну все, пизда мне сейчас. На нахуй. Подсрачника, блять, для скорости. Я еще жив. Твою мать, куда надо идти-то? Нет, 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 ублюдина, отстань от меня. Только не сейчас, мразь. There's something not hooked up right. Guess I didn't fix it properly. Как? Пиздец какой, вы не издеваетесь, что ли? А-а-а.
Похуй куда, блядь. Вези меня в пизду отсюда. Да, твою мать. Не знаю, куда мне надо, на станцию или на техплощадку. Мне уже насрать, лишь бы куда-нибудь из этой лаборатории свою жопу увезти. Лифт-то еле едет еще. Зачем? Зачем стеклянная стенка в лифте, у которого нету панорамного вида? Вид на ползущую стену. Ёб твою мать. О. И вниз. Ой, блять, заебись. Только сказал, что вниз не посмотреть. Сейчас осмотримся как следует. Здесь не хватает озвучки такой, типа. Ай, ебаный в рот. О, блядь. Но главный герой робот. Робот не чувствует боли. Ладно, слушайте, я думаю, что серия и так уже получилась длинная, как резина. Я кое-что из нее наверняка повырежу. Самые тупниковые моменты, потому что, ну, очень долго. Вот. Так что, ну, ждите продолжения. Что-нибудь пишите, что-нибудь жмите. Адьё.